Если бы ты мог сопоставить клуб РПЛ с медиафутбольными, как бы это было? Ну, давай начнем с Амкала. Это ЦСКА, потому что играет ничью все последние матчи, так же, как и ЦСКА. Кто у нас еще есть? Спартак. Краснодар – это у нас будет родина медиа. Динамо – это Рома. Зенит – это Тудроц. Броуки – это Ахмат. Почему? Почему именно Ахмат? Не знаю, так кажется просто. И кто еще у нас остался? Прикольная команда. Спартак – это... Спартак – это народное. Все по делу. С кем из них больше всего хотел бы сыграть? Хотелось бы сыграть? Получается, с Зенитом. Со Спартаком мы уже сыграли, победили, остался Зенит. Осталось победить Тудроц.